все взаимоотношения цикла УСИН, все здесь присутствуют, и никаким образом они не меняются. То есть УСИН здесь как бы вот представлен именно вот так вот во всех своих, значит, во всей своей красе. То есть все, и контролирующие как бы аспекты, и порождающие аспекты, все здесь есть. Вот как мы привыкли к этому, вот оно все здесь присутствует в неизмененном виде. Значит, то, о чем я говорил, да, значит, каждый небесный ствол соотносится с земной ветвью, но янские с янскими, а инские с инскими, да. В принципе, карта Бадзи, вот эта вот базовая, это потенциал. И даже если у тебя есть слияние, совершенно не означает, что он реализован. Понятно? То есть как бы это дремлющее такая вот, как бы это потенциальное такое вот слияние. Вот, оно есть, оно влияет и так далее, но оно не будет давать динамику какую-то. Потому что всю динамику дает то, что приходит извне. То есть то, что приходит в такте, то есть в десятилетии, то, что приходит в году, то, что приходит в месяце. А вот, женщины, значит, металла самые красивые, а земли самые женственные. Поэтому, значит, тут как бы выбирай, кто тебе больше нравится. Вообще, ну вот, опять же, как бы в социальном аспекте, вот дерево Ян – это крайне неудобный сотрудник. То есть ты как бы с ним тяжело. А он такой… Лучше его выгнать сразу. Реально. Что? Как бы это будут проблемы. Ну, опять же, кто как его может компенсировать, да, потому что, допустим, то в зависимости от того, что для тебя дерево Ян для самого, к примеру, да, что он. Что значит неудобный? Ну, потому что он как бы он бескомпромиссный, вот, он своенравный, то есть он трудно подчиняется, понимаешь, то есть вот так вот, то есть как бы, а это ну, приводит к раздражению, потому что, ну, блин, если у тебя непослушный сотрудник, ну, что это такое, ну, куда это ходить, что за радость тогда от жизни. Значит, главный элемент это у нас вот небесный ствол дня. Ну, так как мы день рождения считаем, соответственно, это небесный ствол дня рождения. То есть, ну, вот, как бы, дня. А вот. А вторая точка, как бы, которая нам важна, на которую мы смотрим, это земная ветвь месяца. Ну, вот, к примеру, смотри. Значит, крыса с быком дружат, да? А коза с лошадью тоже дружит. Но крыса с лошадью сталкивается. Вот крыса обижает лошадь, и коза за это крысу не любит. Потому что лошадь с козой, они друзья. Понятно? Сейчас. Бык с крысой. У тебя друзья есть? Мало. Мало. Вот поэтому ты не понимаешь как бы эту концепцию. Понятно? А вот. Выгребал часто. Ну, тут понятно, потому что у тебя там, слушай, там выгребал, у тебя там незаконченное наказание, как бы огненное, понятное дело, что ты выгребал часто.